День рождения! Привет, я Настик, и в честь дня рождения я пришла подарить вам ролик про Днюшку. А так как я скрываю свой возраст, можете сами написать возраст, который мне подходит. День рождения! Ну что, Настик, сколько тебе там лет? Пожалуйста, не надо! Не трогайте уши, я и так выше среднего роста. Дергайте уши, это традиция. Дергайте уши, это традиция. Я уже лбом о дверной проем бьюсь. Куда мне расти? Нельзя нарушать традиции. Нет. День рождения. Настя, а что тебе родители подарили? Ты офигеешь, посмотри в окно. Плохую погоду. Да нет, видишь ту крутую тачку? Вау, офигеть, она такая красивая. Да, красивый цвет? Ага. Вот мне такого же цвета шапку подарили. Оу, день рождения. Настя, у тебя завтра день рождения, что ты хочешь? А давайте отметим его в стиле Золушки. Хорошо, ладно. Нам что, придется покупать ей платье принцессы и заказывать принца? У меня есть идея получше. На следующий день. Здорово, ты придумал с рестораном. Ага, и платить много не надо. Пап, а скоро торт? Скоро. Сейчас еще домой приедем, чистота будет. Да вы издеваетесь? Давай, Золушка, не отвлекайся. Пой, соловушка. Не умею петь. Давай. Надо было в стиле Белоснежки делать. День рождения. На самом деле у меня свой взгляд на праздники. Типа, зачем ждать какой-то день? Целый год. Если ты можешь устроить праздник в любой день, когда захочешь. Для меня, например, самый большой праздник – это когда вы подписываетесь. Я серьезно. День рождения по сравнению с этим – обычный серый день. Ведь я занимаюсь любимым делом и вижу, что вам тоже нравится то, что я делаю. Это очень приятно. Спасибо каждому, кто подписался. Вы для меня самый лучший подарок. А я пошла делать новую анимацию. Просто вы меня так сильно отпинали лайками, что я не могу встать из-за компа. Пока-пока. Муа!